педагог. Это звучит гордо. Под таким названием в Карагандинском университете имени Евнея Букетова прошла областная олимпиада. В ней приняли участие около 70 молодых педагогов. Зульфира Каскирова продолжит. Педагог – это звучит гордо. Под такой эгидой в Караганде прошла областная педагогическая олимпиада. Ее цель – создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, формирование активного профессионального отношения молодых учителей к совершенствованию системы образования. Относительно задач, которые стоят перед этим проектом, это выявление склонных к педагогической деятельности школьников, удержание их профессиональной направленности, становление как личности, как будущего педагога. Областная педагогическая олимпиада была приурочена к празднованию 40-летия специальности «Педагогика и методика начального обучения». Олимпиада проходила в три этапа – домашнее задание, тестирование и презентация. Областная педагогическая олимпиада проходит на высоком уровне. Она состояла из трех этапов. В первом и во втором я справилась легко, в третьем возникли небольшие затруднения. Стоит отметить, что в олимпиаде приняли участие около 70 молодых педагогов. По итогам победителям вручили дипломы, а участникам – сертификаты. Зульфира Каскирова, Ужас Габасов, Бульдерген Асыгат, телеканал «Сарарка».